Случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Ненецком округе не зафиксировано. Ситуация остается стабильной. 44 жителя региона, ранее вернувшиеся из-за границы, сняты с наблюдения медиками. Двухнедельный карантин для них позади. Еще 118 человек по-прежнему находятся в режиме самоизоляции. Здравствуйте, полиция. Проверка режима изоляции. Ежедневно сотрудники правоохранительных органов производят обход адресов, по которым проживают самоизолированные граждане. Вы где достали за рубежом? Не знаю. Режим соблюдаете, конечно. Предостережение вам вручено до какого? До 4-го. Спасибо, не нарушайте. До свидания. До свидания. По словам сотрудников полиции, большинство самоизолированных граждан с пониманием относятся к режиму карантина и не покидают пределы своего жилья. Но есть и такие, кто пренебрегает требованиями. Сотрудниками полиции в ходе проведенных проверок выявлено одно нарушение режима самоизоляции, а также по четырем фактам проводятся проверки. Основное нарушение – это выходили в магазин, выходили погулять собачкой, а также выезжали на природу отдохнуть, подышать свежим воздухом. Отмечу, что режим самоизоляции предполагает полный запрет на выход из жилого помещения на срок до 14 дней. Это значит, что нельзя выходить в подъезд и на крыльцо, выносить мусор и тем более посещать места массового скопления людей. За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрена административная и уголовная ответственность. Ирина Никишина, Вадим Стасюк, телеканал «Север».